Ребята, всем привет! Мы продюсерская группа School 5 Experience, опыт пятой школы, потому что мы все заканчивали школу под номером 5, то есть дружим с детства. Это Андрей Мануилов, меня зовут Нариман Абиев, а это Ильяс Ахмед. Мы здесь, потому что хотим вам рассказать о том, что веб-сериалы — это новый вид какого? Художественного формата, да. Вот он, наш сериал «Всемогущий». Можно следующий слайд? Это мы, такие красивые. Вот, мы занимаемся фильмами, фестивалями, конкурсами, дистрибьюцией. У нас у каждого большой опыт в киносфере. Андрей Мануилов был пиар-директором большой сети кинотеатров в Казахстане. Вот. Ильяс Ахмед был в руководстве Казахфильма. Это аналог вашего Мосфильма, да, если я не ошибаюсь? Да, Мосфильма. Вот. Ну а я работал в частной компании, компании «Меломан». Может быть, кто-то слышал про нее. Она занимается дистрибьюцией в Казахстане фильмов Disney, Sony и других фильмов. Бекмамбетова, кстати, в том числе. Вот. Можно следующий слайд? Мы раздобыли вот этого бородатого чувака. Вот. Это режиссер, актер, и он нам подкинул идею. Идею этого сериала. Я вам расскажу чуть подробнее. Вот. Он каскадер. У него сейчас несколько проектов в Голливуде. В данный момент он снимается в Африке в сериале «Воин». «Воин», да. Этот сценарий к этому сериалу написал Брюс Ли в свое время. Да. Вот. И вот сейчас его снимают. Компания, которая, так сказать, организовала весь этот сериал, называется Cinemax, и она сняла сериал «Банши», если я не ошибаюсь, да? «Банши». Вот. Можно следующий слайд, и про него расскажет один из моих коллег. Собственно, «Всемогущий», да, этот проект является творческим альянсом нашей группы совместно с Ерденом Телемисловым, который в проекте выступает актером, но самое главное, что для него важно, режиссером этого проекта. Собственно, с чего вот начинал Нариман, это то, что мы киношники, кинематографисты, и чем, собственно, нас привлек веб-формат. Проработав долгое время именно в киносфере, мы почувствовали некоторую усталость в определенном смысле от того, что на данный момент в кинопрокатной сфере наблюдается некоторый переизбыток контента. И для того, чтобы реализовывать проекты, необходимо, для того, чтобы выпускать их в прокат, необходимо как минимум за год уже осуществлять планирование. В кинобизнесе все это довольно сложно. Но вместе с тем мы все живем в цифровую эпоху, эпоху цифровой революции, когда уже контент с доставкой на дом набирает, как вы сами это видите, бешеную популярность и становится осуществляет прямую конкуренцию именно традиционному киноформату. Так вот, чем нас, собственно, привлек этот проект, помимо того, что идея нас зажгла, это Нариман чуть позже продолжит, это то, что в первую очередь, это новый контент, это новый художественный контент именно в интернете, который предоставляет массу возможностей для начинающих авторов в этой сфере. Это свобода творчества, то есть работая на просторах интернета, на данный момент менее всего авторы могут быть ограничены в некоторых цензурных аспектах, в технических и так далее. То есть веб-сериалы сейчас настолько многообразны и настолько они разножанровые, это демонстрирует множество фестивалей международных, которые показывают все то разнообразие веб-сериалов. И можно работать в совершенно абсолютно разных направлениях в этом смысле. А широкая аудитория, естественно, это сам интернет, это весь мировой интернет, который доступен по всему миру в любой точке нашей земли.
Монетизация и product placement — это то, что позволяет хорошему, действительно интересному контенту получать некоторые финансовые дивиденды. Вот, на таких крупных платформах, как YouTube, Rutube и так далее. Ну и интерактив со зрителями — это возможность живого взаимодействия в реал-тайме с аудиторией проекта. То есть так как аудитория — это не нечто аморфное, а это реально, можно сказать, массовый живой организм, с которым нужно постоянно находиться в прямом контакте, что очень важно для создателей. Собственно, интерактив с аудиторией — это то, что наблюдается не только в сфере веб-сериалов, но и в сфере традиционных сериалов. Пример «Черного зеркала» можно… Это буквально недавний пример, когда была возможность выбирать разные сценарии развития сюжета в одном из последних сезонов. Вот. Да, я вам расскажу, как все зародилось. Значит, я везу вот этого парня в желтой шапочке по своим каким-то делам, и он говорит: Нариман, у меня есть… Он вообще актер. А вы знаете, что у актеров на самом деле не очень все хорошо с финансовым положением, и их как бы, ну, признание в странах СНГ, в частности в Казахстане, очень маленькое. То есть актерством никогда не заработает. И им приходится сниматься в рекламе. Вот, в частности, Ерден Телемисов, он не только хороший актер, но он еще и блогер. У него 36 тысяч подписчиков в Инстаграме, он очень популярен в Фейсбуке. Вот. И, значит, мы едем с ним по каким-то нашим блогерским делам, и он мне говорит: Нариман, у меня есть идея. Хочу снять сериал на сотовый телефон про джина, который потерял память, оказался в мире людей и начисто забыл, что он джин. Его нашла сердобольная женщина, приютила его у себя, вот, в общем, вскормила, вспоила и начала отращивать ему бороду, и джин начал замечать, что он какие-то вещи умеет волшебные делать. Вот, я говорю: слушай, это классная идея. Он говорит: ну вот, я хочу на сотку снять, выложить, чисто поржать с друзьями. Я говорю: давай попробуем продать эту идею. Серьезно? Ну давай попробуем. И значит, мы вместе пошли с этой идеей в KFC. Знаете, да, Kentucky Fried Chicken. Вот, я говорю: пусть этот джин работает в KFC, и тогда мы сможем KFC-шникам ее продать, эту идею. Он говорит: супер, давай. То есть мы пришли туда, поговорили с маркетинговым отделом, с директорами KFC. И вы знаете, они сказали: окей, ребята, мы вам дадим денег, нам идея понравилась. Я думаю, что в первую очередь их, конечно же, зацепила идея. Во вторую, то, что это будет веб-формат, веб-сериалов. Ну и в третью, то, что он будет размещаться на YouTube. То есть мы не будем выпускать в кинотеатре, как это делают в обычном продукт-плейсменте. Мы бренд внедрили в сюжет сериала, то есть этот потерявший память джин работает в KFC, вот, и в итоге получилась такая большая рекламная кампания для них. Поэтому, видимо, они повелись и дали нам денег. Вот. Мы им сказали, что мы будем все снимать на сотовый телефон. Они такие: да, это классно, давайте, дайте 5. Муки творчества длились у нас сколько, Андрей? Полгода. Где-то полгода. Вот, мы целых полгода обдумывали эту идею, кормили завтраками KFC, которые уже дали нам денег. И, значит, через полгода приходит к нам вот этот вот Ерден Телемисов и говорит: ребята, у меня творческий кризис, я пишу драму для интернета, для молодежи, и нифига не получается. Ну, то есть не примет наша будущая аудитория вот эту вот сердобольную женщину, которая приютила бомжа, этого джина и все такое. Давайте что-нибудь решать. И мы, значит, сели, начали брейнштормить. И в итоге пришли к тому, что это не джин, который потерял память, а это джин-блогер. Само блогерство сейчас очень популярно в Казахстане, да и в мире, я думаю, тоже. Поэтому мы решили сделать его блогером. Каков конфликт? Конфликт в том, что у него есть два брата старших. То есть, на самом деле, не смотрите, что он ему под 50, он молодой по джиновским меркам. Вот. У него есть два брата. Один работает в скорой помощи, он людей любит, добрый.
Вот. А второй работает в ментуре. Он людей не любит. Ну, такой достаточно суровый. И оба они не хотят, ну, как все джинны, как бы показывать, что джинны на свете есть. А занятие, которым захотел заниматься младшенький, это непосредственная, так сказать, жизнь на показ. И вот в этом весь конфликт. Значит, мы, когда эту идею придумали, мы все ахнули и сказали, это такая идея, которую нужно снимать не на сотовый телефон, а на кинокамеры со светом и с бюджетом в 100 раз больше, который мы предполагали. И это стало нашей самой большой проблемой. Да, это стало и нашей большой проблемой, и это стало и также, ну то есть двойственность такая, знаете, на самом деле... Это позволило нам оказаться здесь. Вот. Мы стали предлагать эту идею другим нашим спонсорам, о которых чуть позже расскажет Андрей. Вот. Но дело шло очень вяло, потому что... Нехватка средств. Да, директора маркетинговых отделов не понимали, о чем мы говорим. Вот. И мы пришли к тому, что нужно создать пилот. То есть первую серию, которую мы будем показывать и продавать наш проект дальше. Я не помню просто, что там, поэтому, Илья, ждем, когда ты переключишь. Да, я пытаюсь. Есть. Вот, да. Собственно, что мы получили. На выходе, сняв пилотную версию, чуть позже мы покажем вам трейлер. Это уже сформированная сюжетная канва нашего проекта, когда история трех братьев-джиннов, которые ведут скрытый образ жизни, но один из них, который самый младший, начинает разрушать многовековые каноны образа жизни джиннов, заявляя о том, что он хочет стать блогером и более того, исполнять желания онлайн. Вот. Ердеша, он, правильно Нариман отметил, он по джинновским меркам чуть ли не подросток, а может быть чуть старше. Он любит публичность, он хочет стать известным, он любит все самое модное, современное и так далее. И в связи с этим этот концепт стал очень хорошо коррелироваться с интересами многих брендов, которые были как минимум заинтересованы нашим проектом, а некоторые из них даже согласились с нами отправиться в этот вояж. Вот, это некоторые бренды, вы их все знаете, Андрей. Да, суть проекта в том, что у него не было как такового прямого инвестирования, то есть у нас не было бюджета, вот, он формировался за счет привлечения партнеров, то есть весь сериал построен за счет product placement. Обычно как это делается, то есть что есть бюджет, любой проект уже потом добивается, то есть product placement, как бы и на этом уже компании или авторы зарабатывают. Мы же полностью создали проект за счет product placement. Наши ключевые партнеры — это KFC и оператор сотовой связи KSL. Вот. Дальше Costa, нас поддержала Toyota, Samsung, LaModa и другие бренды. То есть как есть мировые бренды, так и наши локальные. Порядка 10 брендов, которые так или иначе вошли в проект. То есть это были прямые как бы финансовые вложения, это был необходимый там баттер там, по одежде той же LaModa. Нас это очень сильно выручил в свое время. Дальше. Ну, здесь можно добавить, что является, чем, собственно, являются бренды в нашем сюжете, да. То есть KFC — это любимая еда нашего главного героя, от которого он никогда, ни при каких обстоятельствах, не откажется, даже в самых экстренных. Эти моменты обыгрываются комично вообще в самом сериале. Это то, что все персонажи пользуются смартфонами Samsung. Вместе с тем они одеваются в одежду от LaModa, пьют кофе в Costa Coffee. Ну и KSL, честно говоря, самое сложное для нас было внедрение, но мы придумали такой ход, когда вам же всем знакомо автоматическое уведомление сотовых операторов, когда они звонят и робот с вами разговаривает. Так вот, это такой же робот по имени Камила позвонила Ердеше. А Ердеша ее превращает из робота, он ее оживляет.
и начинается... Он же как бы молодой человек, и гормоны у него играют, поэтому ему захотелось любви. И вот он оживил робота. Да, он оживляет робота, и начинается романтическая линия. Можно я сейчас хочу довести до финала? Суть в том, что мы хотели избежать большого количества брендов в кадре, потому что мы сами знаем, как это бывает, раздражает, и зрителю это не всегда нравится, когда ему нагло пропихивают рекламу. Но есть минус в том, что с партнерами, то есть они много денег не дают. Вот. Поэтому нам пришлось как бы собирать с миру, да, по нитке. Вот. И поэтому у нас вот, такое, кстати, большое обильное приличие наличия бренда в кадре. Есть, как у нас, удачные внедрения, мы считаем, мы видим, где мы, допустим, не дотянули, да, и это может немножко зрителей раздражать, потому что мы в чем. Плюс интернет, ты видишь сразу обратную связь, да, то есть там на Ютубе комментируют, в Фейсбуке, в Инстаграме, то есть комментарии под постами, то есть мы видим, что людям нравится, что нет. Сначала первые серии, да, у нас мы видели такое некое отторжение, да, потому что, ребят, слишком много рекламы, слишком много, да, стиля Бекмамбетов, в плане того, что у него тоже очень много рекламы, вот. Но потом, видимо, аудитория начала какая-то отсеиваться, а другая начала принимать правила игры. И вот, и уже у нас сейчас в наличии 5 серий из 8, сегодня выходит 6. Вот, и мы видим, что как бы люди уже, ну, они понимают, окей, как бы, ладно, есть реклама, мы смотрим дальше. То есть, или ставим дальше. Потому что, собственно, контент, который мы предлагаем, он бесплатный, ну, да, для наших зрителей. Да, поэтому терпите рекламу. Да, это компромисс. Вы же не платите за нее. Это, ой, да, проявление, да. Я мечтал стать актером, но вот стал продюсером. Однако ребята помогли воплотить мои мечты в жизнь. Вот. Я мент по сюжету. И я встретил Ердешу в KFC. Вот, и должен был поймать его, потому что на него ориентировка пришла. Но я не смог оторваться от курочки. И я заливал в себя там кетчуп, и было 8 дублей. Потом... Я выбегал на мороз с масляным ртом, и у меня потом всего здесь красное было месяц. Это, как я считаю, одно из удачных внедрений в именно бренда в сюжет. К сожалению, мы сейчас отрывок вам здесь его не покажем. Вот. Но если вдруг у вас будет желание, то в 5-й серии вы можете увидеть эти кадры. То есть, и там, ну, для. То есть сам бренд сказал, что, ребята, это классно. А также, допустим, у нас наш один из партнеров — это Toyota. У них есть проблемы с продажами вот модели CHR. Она молодежная, но как бы непонятная, потому что стоит там чуть ли не дороже, чем RAV4, а RAV4 гораздо более понятный бренд для территории Казахстана, чем CHR, который там, ну, это новый бренд для Казахстана. Вот. И такой как бы имиджевый ход в наших сериях появляется, эта машина, ну, где-то в 5 сериях, и в итоге в конце братья дарят своему младшему брату эту машину по сюжету, чтобы он уже успокоился, как бы, и все нормально было у них. Да, немного цифр. Что касается денег. С наших 10 партнеров мы собрали бюджет в $115 000. Это включая, как бы, в том числе и наши гонорары, потому что мы должны тоже начать зарабатывать. А поскольку мы ничего туда, скажем так, изначально сами не вкладывали, вот, то есть мы до сих пор еще сами ничего не получили. То есть получила наша съемочная группа, деньги, вложенные в продвижение, до сих пор вкладываются. Сейчас у нас идет активная стадия постпродакшн. Мы еще тоже ребятам, как бы, ну, в процессе как бы оплаты все происходит. То есть, по сути, по проектам этим мы живем уже более года, сами еще ничего не заработали. Вот, но мы как бы знаем, куда мы идем, для чего мы идем. То есть мы видим, что впереди как бы все еще будет хорошо. В среднем бюджет серии стал $14 000. Это, в принципе, вроде как бы не маленькие деньги, но понимаем, что и небольшие, потому что мы снимали, то есть по меркам ТВ, когда мы, в том, что сейчас там обращаются телеканалы, на казахстанский телеканал национального формата, им интересно получить проект на свою эфирную сетку. И когда мы озвучиваем бюджет, они говорят: ребят, ну это дороговато. То есть, но мы понимаем, что мы-то снимали не на те камеры, которые снимают сериалы в Казахстане. То есть это были реально, то есть кинокамеры, которые мы получили с хорошей скидкой в аренду. Вот. И с точки зрения формата кино, это очень получилось для нас недорого. Но для телеканалов, как бы, это такая цена достаточно не низкая, да. То есть для веба мы очень дорогие получились. Потому что обычно, как люди смотрят, когда, то есть, ты снимаешь для веб-формата, то есть там, ну, там особо не вкладываются в оборудование у нас в Казахстане. А вот мы же пошли по этому пути, потому что просто захотелось создать что-то необычное для веба, бесплатное для аудитории, вот. При этом, как бы, чтобы картинка была, но не уступала там, как минимум, телеформату.
Вот. И это один из тех дивидендов, то, что мы видим, что сейчас телеканалы, там 31 канал, 7 канал, они к нам обращаются, говорят, ребят, давайте к нам. Возможно, там уже второй сезон, если вдруг будет желание, уже сделайте под нашей эгидой, то есть полное финансирование получите от нас. Мы пока еще как бы не готовы, там, скажем так, перейти на сторону тьмы, да, потому что телеканалы — это всегда какой-то худсовет, худ, там, не знаю, редколлегия, то есть там диктуют свои правила. Потому что у нас есть там в сериале маты, в небольшом количестве, но они есть. У нас есть там, скажем, такие... разных хронометраж. Некоторые, да, во-первых, мы можем, у нас серия может длиться там 14 минут, да, или там 23. То есть, что по телеформату тоже не вариант, нужно подгонять там под стандарт. У нас есть некоторые шутки там связанные с политикой, да, то есть там, вот, что тоже, опять-таки, не на каждом телеканале можем пропустить. Вот, то есть мы там сразу реагируем на переименование столицы на Нур-Султан, да, то есть у нас появляется в кадре Нур-Султан Банк, то есть и телеканал как бы все такое не одобрит нам. Вот поэтому мы пока еще не готовы, но нам интересно. То есть что касается просмотров, да, то есть здесь такая очень классная цифра, мне нравится, вот 1,3 миллиона минут просмотров, да, то есть если там перевести как бы на просмотры, то как бы просмотры, они пока не очень большие, честно, они достаточно скромные у нас, за 5 серий, да, то есть это дело поделить, вот. Но в чем плюс интернета? То есть мы выдали его раз, и постепенно просмотры растут. А, что? Говорите. Да. Нет, я просто сфотографировался. А, хорошо. Вот, дальше еще есть цифра у нас. Ага, это звезды. То есть мы приглашали звезд разного формата. От микрозвезд, там, которые популярны, там, не знаю, у которого там, может быть, там 5000 подписчиков в Инстаграме. До ты звезд. Меня вчера микрозвездой назвал, да? Да, в частности, Нариман у нас, да, то есть очень известен в очень мелких кругах, да, то есть заканчивая актерами, то есть известными казахстанскими актерами, Санжар Мади, который снимался, в том числе активно снимается в российском кино. Один из, по-моему, самых известных провальных фильмов фантастических, это «Защитники», да, если не ошибаюсь, Сарик. Андреасянов, да. Да, вот Санджар снимался там. Мы также его затаскивали звезд именно из интернета, потому что мы все-таки веб-проекты, мы привлекали звезд вайнеров, блогеров, также вот нашли выход на вот этого известного, как мне кажется, достаточно широко известного в российском ютубе. Персонажа Макс 100500, вот, он тоже для нас записал там специальный сюжет. Да, как бы сюжетную составляющую, чему мы были очень рады. Вот. В общем, мы начали 20 звезд, но я думаю, что их немножко больше. Вот. И да, 10 брендов в кадре, это возвращаясь к нашему product placement. А что? Вы знаете штангиста Илью Ильина? Кто-нибудь? А? Ну, просто я... Хорошо, что это не Олимпия, поставили да, кадр да, с ним, да, мы не стали ставить раз кадр, вы не знаете да. его. Мы тоже его привлекли сюда. Чемпион мира. Итак, что у нас там? Контент. Да, грубо говоря, то есть это 120 минут контента в среднем, это 8 серий по 15-20 минут, вот, по факту, ну, можно было снять там почти что 2 полных метра, потому что у нас, ну, реально там более 50 локаций, около 100 актеров, 33 съемочных дня, это такой достаточно сложный проект для нас оказался, потому что можно снимать там в ангарах, там сделать там, ну, как ситком, да, то есть там у тебя 2-3 комнаты, и вы там снимаете. Это очень сильно удешевляет производство. То есть мы могли больше заработать. Но нет, мы пошли как бы по пути, то есть такому, как мы снимали в разных локациях, где-то мы договаривались, где-то мы покупали, где-то мы по барту ушли, чтобы каждая серия была, ну, разнообразная. То есть здесь есть один, как бы, сквозной сюжет общий. Это вот история трех братьев. Джин, который хочет стать блогером, и его братья, которые этого не хотят допустить. И каждая серия — это отдельная история, то есть разных героев, которые сталкиваются с этим джином, и он их желание исполняет. Исполняет их немножко их некорректно, потому что братья не забирают серьгу, это его талисман, который... талисман, правильно или как? Талисман, да. Да, который помогает ему, то есть, ну, точно исполнять желание. А без серьги все желания, они получаются такие немножко забракованные. Кривые. Да, и на этом тоже как бы стоит один из самых таких, ну, важных конфликтов этого сериала. Вот... Давай дальше. Серии, по-моему, цифры заканчиваются, да. Это уже давайте. Это мы на премьере нашего сериала. Это кинотеатральная премьера. Все-таки мы остаемся, тем не менее, кинематографистами. И для премьеры, презентации проекта мы это мероприятие проводили на большом экране. Да, сейчас принято, да, «Игра престолов» выходит, да, на Амедиатека, да, то есть всегда, когда приходит там премьера первой серии в кинотеатр, да, там для подписчиков. Мы подумали, мы, конечно, не «Игра престолов», но чем мы хуже, мы тоже можем делать кинопоказ, собрать лидеров мнений, журналистов, СМИ, как бы получить дополнительное промо для сериала. Yeah. Это очень важно, кстати, когда вы, допустим, продаете проект, ну, партнерам,
который будет за это все платить. То есть им очень важно то, какие цифры вы покажете, то, какие будут активности по пиару. Вот для них это важно. И такие вещи, как кинопоказ, вот честно, они очень хорошо заходят. То есть людям нравится, когда ты собираешь большую аудиторию, там всех угощаешь, показываешь кино на большом экране. То есть это работает. Что да, на выходе, да, мы получаем. Вот. Это вот Нариман очень хотел. Я прям сильно хотел рассказать, да, про вот, потому что я был одним из тех, я был одним из тех, кто говорил: ребята, давайте снимать на сотовый телефон. Представляете, мы привлекли 115 тысяч долларов. В самом начале пути мы должны были снять весь сериал за 15 тысяч долларов. А 30 тысяч, ой, 100 тысяч разделить на каждого по 33 и как бы этот, поехать в Таиланд. И... Но мои друзья-киношники сказали: блин, это такая идея, которую нужно снимать на камеры. Давайте все эти 100 тысяч долларов вложим в производство. И вот в итоге что мы получили. Мы получили сотовые телефоны Samsung. Да, мы вот у нас у всех Samsung Galaxy Note 9. И мы пришли к Samsung, сказали: ребята, да, давайте это. Они говорят: ну, мы денег вам не дадим, но мы сможем дать вам телефоны. Мы такие: как, блин, нам нужны деньги. Ну ладно, давайте тогда 10 телефонов. То есть мы взяли себе по телефону, Джину отдали один телефон, несколько телефонов разыграли в социальных сетях для того, чтобы раскрутить наш сериал. Вот. И, в общем, вот что мы получили от Samsung. От Toyota мы получили, да, 4 новых автомобиля на целый месяц. То есть они нам дали большой Hilux для того, чтобы мы перевозили как бы съемочное оборудование. Они нам дали CHR-ы, на которых ездили продюсеры и актеры. Вот. И они нам дали еще в самом начале пути Toyota Corolla новую. Вот. И мы целый месяц катались. Потом было, конечно, тяжело пересаживаться на автобус. Нет, Toyota дала еще немножко денег. Ну да, конечно. Toyota денег дала еще. Ну, меньше всех. Очень скромная сумма, но приятно, она нам помогла. Очень помогла. Мы питались KFC. Да, у нас было как бы повышение холестерина за этот месяц. И да, мы познакомились со многими актерами, вайнерами. То есть мы расширили свои профессиональные связи. Вот, мы приехали к вам. Да, это тоже дивиденды, потому что в прошлом году наша команда съездила в Нижний Новгород для того, чтобы поучаствовать в первом российском веб-фестивале «Реалист». Да, вот Ильяс. «Реалист Веб-фест», где участвовали конкурсанты из более чем 30 стран мира. И наш проект взял один из главных призов. Это за лучшую оригинальную идею проект. Вот мы с Ерденом с этим призом. Вот. И мы надеемся, фестивальное участие дальше продолжится, так как сериал сейчас пока еще в работе, и он выпускается в онлайн, в режиме готовности. Вот сегодня буквально выходит 6-й эпизод. Вот. Надеемся и дальше участвовать. Да, и еще вот, значит, мы продали наш сериал на российскую площадку Start.ru. Вот, мы крутимся на Рутюбе. К нам поступило несколько предложений о том, чтобы купить наш сериал на телеканалы. Вот. Много денег не дают, но все-таки что-то дают. Это приятно уже, да. И опять-таки, конечно, это их охват. Телеканал, как бы, дополнительные глаза, там большая аудитория, нам тоже это важно. У нас он называется республиканский, а у вас федеральный. Да. Вот. Вот эта фотография с Toyota набрала больше всего лайков у меня в Инстаграме, потому что я разместил ее, сказал с большой благодарностью Toyota, пусть побудет здесь. И все подумали, что мне Toyota подарила эту машину. Вот, и все поздравлять начали. Я ничего не отвечал. Можно следующий слайд? А, все, спасибо. Да, спасибо. У нас есть трейлер, который мы хотим показать. Да, просто чтобы вы видели немножко... Посмотрите трейлер. Что за картинка, что себе представляет? Это трейлер первой серии, по сути. Хорошо, давайте по порядку. Это мои братья. Мурат фельдшер скорой помощи. Нуркен, он мент, то есть полицейский. Ну а я Ердеша. И только что сообщил родным, что стал первым в мире джином-блогером. Привет всем. Меня зовут Ердеша. И я настоящий джин.
Мы скрываемся не потому, что мы сделали что-то плохое, а потому, что если люди узнают, то они нас никогда не оставят в покое. Люди изменились. А я не хочу быть фельдшером. И я не хочу быть ментом. Я блогер. Режиссеру может объяснить, блядь, что здесь происходит, а? А, совсем забыл. Я буду исполнять желания. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, и, возможно, к концу года число моих подписчиков достигнет цифры 100 тысяч. Мы надеялись, что это число достигнет к концу 2018 года, но теперь надеемся, что к концу 2019 года. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И, кстати, по теме нашего форума, к которому мы здесь собрались, мы соблюдали все интеллектуальные права, ребят. Это было тяжело, да, мы покупали музыку, покупали пролеты дронов, созванивались с Батырханом, то есть не с Батырханом, а с его родственниками, с родственниками Батырхана Шукенова, потому что там есть песня «Джулия». В общем, мы делаем все, чтобы быть в рамках закона, поэтому нас сюда пригласили, видимо. Не, ну вместе с тем, мы сериал еще в работе, и я не исключаю, что могут появиться какие-то сюрпризы по использованию некоторого контента. Надеюсь, все будет хорошо. Очень важный момент, концептуальный. Когда мы прописывали сюжетную составляющую, мы действительно ориентировались не только на казахстанский рынок и аудиторию, а на рынок СНГ, чтобы любой русскоязычный зритель в любой точке мира мог понять историю, чтобы юмор был универсальным. Мы убрали практически начисто казахскую народную ментальность, которая буквально сквозит в каждой комедии у нас в местном прокате. Мы специально от этого отошли. То есть мы постарались этот сюжет сделать максимально универсальным для любого зрителя. Вот. У нас есть еще 20 минут на вопросы-ответы. Если вдруг вам что-то интересно узнать, мы готовы ответить. Да, хорошо. Хорошо. Вы только на Рутубе крутите сериал или на Ютубе тоже все-таки? Не-не, в первую очередь мы крутим на Ютубе. А Рутуб сказал: ребята, классный сериал, давайте мы тоже у вас его возьмем. И поэтому мы крутим и на Рутубе, то есть в первую очередь на Ютубе, потом на Рутубе и вот... Стартру. Стартру, да. А Стартру за деньги? Да. Чуть-чуть, но есть деньги, да. Да, они тоже очень, ну как, это очень скромные суммы, да, то есть, но... Нам сейчас любая копеечка, как бы она на пользу, да, то есть там рассчитаться там за постпродакшн, потому что у нас там есть спецэффекты, мы там какие-то самые простые вещи наделали, мы там уменьшали героиню, снимали ее на зеленке, да, вот буквально сегодня серия будет, как наш режиссер говорит, это такого в Константиновиче никто не делал, то есть мы понимаем, что как бы, ну, по факту ничего нового такого именно с точки зрения спецэффектов мы не делали, то есть, но все-таки это тоже как бы требует затрат, да, то есть чтобы это хотя бы было, ну, так достойно, то есть на смартфоне смотрелось хорошо, да, потому что мы понимаем, что как бы основная целевая аудитория — это все-таки смартфоны, да, то есть не большие экраны, потому что если на большом экране ты это где-то еще увидишь, там, графика там, ну, не супер, да, то есть как бы самая мощная, то есть, ну, на смартфоне это будет смотреться вполне себе как бы эстетично, вот. Поэтому, да, Рутуб у нас с ними, ну, как бы совершенно бесплатные отношения, Стартру платят, там, они выкупили у нас права на два года. Как правильно называть, не исключительные права? Не исключительные, да. То есть мы можем другим площадкам то тоже. Они уже дело продают по подписке, насколько я понимаю, то есть там за какие-то небольшие деньги, то есть ты покупаешь у них подписку и уже смотришь все что угодно, включая всемогущие. Рутуб бесплатно, Ютуб бесплатно, то есть мы не ставили себе задачу продавать сериал там именно зрителю прямого, ну, чтобы мы ее продавали. Если кому-то это интересно, ну окей, мы с удовольствием продадим, конечно. Вот, вы хотели задать вопрос? Во-первых, трейлер тоже на Samsung, да, снят? Нет, это все на кинокамеру снято. Samsung нам чисто дал денег, чтобы мы появиться в кадре. Вот даже не дал денег, он не, просто была идея, телефонами дал. Если бы Samsung как бы был, если был, не знаю, один бы инвестор, допустим, на крупный, это было, конечно, гораздо лучше, если у тебя там не 10 брендов, да, то есть 1-2, да, то есть... Это меньше рекламы, да, то есть, и тогда можно было сделать эксперимент, сделать весь сериал на Samsung. Но опять-таки мы знаем, что
его мощностей, ну, не хватит, да, то есть там, чтобы там разные ракурсы, разные там, не знаю, то есть там смена объективов, там, то есть мы здесь привлекали, ну, действительно очень хорошие объективы, да, то есть пускай не самая мощная, там, не самая дорогая камера, но позволяющая дать нужную картинку нам, вот. Ну и была идея, да, продать Samsung, но они в этом плане, то есть, оказались не очень подвижными, честно. Окей. Но я с точки зрения качества хотел модель просто узнать. Окей, тогда понял. Mm-hmm. Второй вопрос по поводу интерактива со зрителем был вот в самом начале. Можно чуть подробнее? Тут, скорее всего, все-таки было как бы... да, это само собой конкурс. То есть у нас не было такого, что то есть ты выбираешь там сюжет, да? Но мы четко отслеживали, то есть мы столкнулись с тем, что, допустим, первая и вторая серия, то есть как мы видели реакцию людей. То есть в чем... Большой плюс, да, Ютуба, ты видишь, да, то есть сколько они просматривают, да, то есть где там какой процент зрителей уходит. Нам это позволило, то есть поменять подход к монтажу, начиная уже с третьей серии. То есть мы там убрали там первое, там, School 5 представляет, фильм «Идея на телемиссы», вот, то есть черный экран, да, то есть то, что люди вырубают уже контент на 10-й секунде, если там просто черная картинка идет, да, с титрами. Надписями. Поэтому мы уже с третьей серии начали делать начало, сразу там динамика, то есть там краткий анонс 30 секунд серии того, что в ней будет. Вот. И мы видим, что идет как бы, ну, рост просмотров. То есть уже меньше людей уходит в первые там, 15 секунд, когда начинается веб-сериал. То есть это интерактив в том числе, потому что мы видим реакцию, мы меняемся. А плюс мы, опять-таки, то есть, ну, это общение с аудиторией через посредством соцсетей. То есть мы тоже видим, получаем негативные отзывы, позитивные отзывы. Мы видим, что где можно там. Если можем подправить, мы это подправляем. Вот. И естественно, что это конкурсы, которые, то есть, ты можешь там, это постоянно, то есть выходит серия, то есть ты запускаешь активность, люди тебе пишут, люди просматривают, ты в том числе стимулируешь за счет того, что у тебя есть там интересные призы, людей там смотреть фильм там по два раза, по три раза, то есть там, не знаю, мы четко понимали, что реклама может раздражать, и мы это делали как бы таким плюсом. Ребят, посчитайте, сколько брендов в этой серии, то есть кто верно там посчитает, тот получает приз. То есть такие вещи, они заходят, и аудитория смотрит, она принимает правила игры, и в принципе как бы ты уже, ну, не то что более смелее, да, то есть как бы, то есть ты говоришь, да, ребят, реклама есть, то есть, ну, окей, и они такие, ладно, все хорошо, то есть в этом плане интерактив, то есть да, мы обсуждали о том, что можно там делать возможность, то есть переключения, то есть развитие с событий, да, в дальнейшем, то есть по желанию зрителей, то есть они голосуют, мы меняем сюжет, но это слишком затратно, это нужно снимать не здесь сейчас, да, там, за 30 дней, да, все серии, а это нужно снимать поэтапно его, то есть, а это удорожает производство, потому что как бы ты взял камеру на месяц одно, а ты берешь ее каждые там 5 дней, там через 2 недели, допустим, это по-другому уже оплачивается все. А мы, честно, мы были очень сильно стеснены в бюджете на самом деле, потому что как бы, с одной стороны, сумма вроде бы и не маленькая для веб-проекта, но когда ты снимаешь все-таки его там в разных локациях, привлекаешь много людей, много актеров, в том числе мы их привлекали за очень символичные гонорары. Мы актерам много не платили. То есть это здесь все было как бы такое, ребят, мы хотим сделать что-то интересное, что-то необычное. И все шли навстречу, но все равно это стоит денег. Да. Еще вопросы, ребят? Да, последний. Какая бизнес-модель? Просто я так понял, что в основном от партнеров вы отталкиваетесь, но да, при этом хотите 100 тысяч аудитории, но не продвигаете в аудиторию продукт, да? Нет, мы продвигаем. Мы открыли социальные сети. Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы продвигаем за счет конкурсов, вот как Андрей сказал. Таргетинг. Мы делаем, да, вкладывали деньги в рекламу. Дело в том, что у нас есть обязательства перед партнерами. Мы взяли и подписали их на свою голову. На самом деле не нужно было этого делать. Вот они нам сказали, вы там, нам нужно, чтобы вы определенное количество просмотров набрали. С такой-то вот возрастной аудиторией. Да, в такой-то возрастной аудитории. Вот, пожалуйста, сделайте этого, иначе мы вам не заплатим. И вот теперь мы как бы этот кряхтим, пыхтим, но идем к своей цели, чтобы хоть чуть-чуть не смартфонами и Тойотами, да, так сказать, жить, а так немножко денег заработать. Но. Но. Все, я ответил на вопрос. Не, понятное дело, когда ты выставляешь бюджет, да, то есть там, ну, тому или иному, да, скажем, цену, да, участие, ты закладываешь деньги, которые, то есть, ты тратишь на продукт, и какие деньги ты зарабатываешь, да, то есть, само собой, то есть там есть разница. Вот, и когда весь сериал уже будет закончен, да, когда мы поймем, что мы уже потратили, сколько у нас там остается, нам все выплачивают, и мы уже там что-то зарабатываем. То есть мы сейчас, честно говоря, как мы это, как есть, да, сейчас мы не знаем, сколько мы заработаем. Мы можем примерно себе представлять. Я веду подсчеты, примерно знаю. Где-то Нариман знает.
по 2-3 тысячи долларов на каждого мы заработаем. А могли по 30, ребята? Могли по 30. Такой еще вопрос. На Ютубе канал ваш веб-сериал «Всемогущий», правильно? Да, все верно. Да, и вот у вас к последней серии, к пятой, допустим, на сегодняшний момент 73 тысячи просмотров. Да. Да. А подписчиков у вас нет еще 2000. Да, все верно. Как так? А, Андрей, это платное продвижение. Это платное продвижение. Это у нас вообще этот канал раньше принадлежал вот, вот этому парню Ердену Телемисову. Вот, и он, мы его переименовали. Вот, и в начале пути у нас было 500 подписчиков. То есть у него было 500 подписчиков. А сейчас вот, вот так вот. Ну, если смотрят столько людей, то их должно же что-то... Ну, если смотрят, значит заинтересовывается, правильно? Да. Если заметьте, заинтересовывается... Там есть допустим, да, вот серия 4, да, мы делали на нее ставки. А она пока набрала сколько? 4 серия 19 тысяч. Вот видите? Но все равно должны же подписываться люди. Ну, многие не подписываются. У многих даже нет канала на Ютубе. Вот у вас есть канал? Да, есть. Вы с него зашли, да, сейчас? Да, да, да. Круто. Ты больше, знаете, нам сказали, что сейчас, в принципе, число подписчиков, но это уже не так важно. Ну, просто создается такое впечатление, что либо накручивают просмотры. Было бы более странно, если бы там было наоборот. Да, мало подписчиков, вернее... Много подписчиков, это было бы, это было бы логично. Это в основном так и есть. В основном больше подписчиков, просмотров меньше. Не бывает не надкрученный. В среднем, если у вас 100 тысяч подписчиков, у вас просмотров может быть 40 тысяч. Это нормально. Комментариев там. Это очень хорошо, на самом деле. Да. Если у вас будет 100 тысяч подписчиков. Но у вас 64 просмотров. Комментария, 73 тысячи просмотров. Это платный таргетинг. То есть мы... это платное продвижение. Да, платное продвижение. То есть смотрите, мы эти просмотры, это живые просмотры. Это не то, что мы там... накручиваем. Как бы, да, накручиваем. То есть мы за каждый просмотр платим деньги. Все, спасибо. Пожалуйста. У меня еще вопрос. У вас среди спонсоров значится Джеймсон. На что они рассчитывали? Вообще, на самом деле, знаете... Что они вам дали? Прошу прощения. Здесь есть последние... Напугались после того, как сняли. Последние три бренда, это вообще не связано именно с кинопоказом. То есть вот это было сделано для кинопоказа, этот визуал. То есть вот первые бренды, они, которые зашли в сериал, как бы и присутствуют, ну, во всем сериале, да, указаны их логотипы. Бро Бар, Джеймсон Кинопарк — это только вот три бренда, которые были чисто для кинопоказа. Вот. Кинопарк — кинотеатр, в котором показ был, Бро Бар — это бар, в котором была после тусня, а Джеймсон — это вот чем мы поили людей на этой тусне. Вот. Еще вопросы, ребята, у нас целых 9 минут. Да, давайте. Ну вот история звучит фантастически несколько, потому что отлично собирать деньги в процессе, так сказать, проекта. Это замечательно. Только вот скажи честно, когда вы решились? Ну, потому что вот само производство — это штука такая, от нее уже нельзя отказаться. То есть вы вошли туда и идете, да, а в этот момент вы собираете деньги. Вам непонятно вот вообще вам... то есть как, в какой момент вы сказали, все, мы вот входим в продакшн, а потом будет постпродакшн, потому что без этого тоже невозможно. Вот в какой момент это произошло? Да, это очень колоссальный для нас опыт именно в контексте именно данного вопроса, потому что все складывалось довольно нервотрепно, скажем так, для нас всех. Дело в том, что первая компания, которая нас поддержала на стадии идеи, даже без презентации, где мы просто на пальцах им объясняли, это компания KFC, за что мы им благодарны, после чего мы поняли, что тех денег, которые они выделили, нам не хватит на то, чтобы мы реализовали именно то, что мы хотим, и мы поняли, что нужно привлекать и другие бренды, и... Собственно, для кого-то из вас, кто, может быть, в будущем будет этим заниматься, это такая очень, на это очень важно обратить внимание, то, что, ну, конкретно в нашем случае переговорный процесс с этими, это топовые компании, это то, что мы просто показали, это известные международные компании, еще есть остальные, это топовые казахстанские компании, но в любом случае это корпоративная маркетинговая культура, у которой есть свой собственный регламент утверждения бюджетов и так далее. Средства на реализацию проекта мы получали траншами, не все сразу. Мы до сих пор не получили оплаты от некоторых компаний. Есть один негативный опыт, когда одна компания
в связи со сменой руководства просто закрыла наш проект, когда мы уже выполнили свои обязательства и отказалась нам платить. Всегда то есть даже... подписывайте договор, ребята. Да, дело в том, что мы не первый год в кинобизнесе, и так или иначе нас знают в Казахстане, в Алматы. И многие вопросы нам удалось решить именно за счет нашей репутации, которую мы нарабатывали, за счет наших связей, за счет доверия. И поэтому джентльменские соглашения были достигнуты практически со всеми компаниями. То есть мы шли уже на добром, честном слове с каждой компанией, потому что мы не могли ждать, когда нам утвердят договор, когда его подпишут, потому что уже у нас были обязательства перед каждой компанией, что к такому-то сроку мы выдаем серию или сериал. То есть это очень важный аспект, когда если вдруг вам придется работать с брендами, даже работая с тремя брендами, это может вам обернуться существенной головной болью, потому что у каждой компании есть собственные требования, собственные пожелания и так далее. Каждая компания борется именно за свою собственную представленность в кадре, и компания может сказать, а почему мы здесь там столько-то секунд, а их вы снимаете столько-то секунд и так далее. Это все моменты переговоров, это моменты концептуальной работы. Это то, как мы двигались именно в данном проекте. Вот. Это не совсем правильно, как Нариман отметил, да, но когда мы решили, собственно, сразу идти в продакшн, потому что мы ожидали эти средства, и мы знали, что назад обратного пути у нас не будет. И мы должны это сделать так или иначе. Мы должны. Ну, да, мы на самом деле сильно рисковали, и я понимаю ваш вопрос, потому что мы сняли. Математика была проста. Мы сняли первую серию. Она нам стоила 2,5 миллиона тенге примерно. Это сколько в долларах? Ну, вот, в общем, и мы примерно рассчитали, что все остальные серии будут стоить столько же. Планировали изначально 10 серий. Вот. А после того, как начали договариваться с партнерами, продавать наш сериал, в итоге скатились к тому, что стало 8 серий, и они, последующие серии, оказались дороже, чем та, которая... Ну, то есть, получается, пилот нам стал где-то в 6,5 тысяч долларов. Да, вот. А вот видите, в итоге среднюю цифру, про которую говорил Андрей, выросла, да. До 14 тысяч. Но это с учетом, опять-таки, того, что мы хотим заработать еще, да. Ну да, мы очень хотим. Говоря, то есть там небольшие у нас заработки, на самом деле. Вот такая вот день. Да, в работе с брендами у нас целый отдельный был блок аргументации. И один из главных — это то, что бренды, которые к нам заходят, получают возможность рекламного присутствия на постоянной основе. Чего они не получат, вкладываясь в фильм, который идет в кинопрокате. Чего они не получат, вкладываясь в контент, который идет на телевидении, потому что там есть временные рамки. А YouTube — это то, что один раз зальешь, и оно там и находится. То есть и люди смотрят, и через 5 лет могут открыть и увидеть KFC курочку. Да, и так далее. Вопрос. Да, вопрос есть. А вы занимались посевом ваших роликов, фильмов? А, мы платили за таргетинг, да. А каково велико значение посевов и потом дополнительной органики, соотношения? Велико на самом деле, потому что посев — это инструмент, который потом должен подхватить... Органика. Должна подхватить органика. И в нашем случае это сыграло, так сказать, значительную роль. То есть мы посеяли трейлер, он набрал порядка больше 100 тысяч просмотров. Вот, и потом сериал наш тоже благодаря этому трейлеру начал набирать. А посев через подрядчиков или напрямую через YouTube? А мы сами научились пользоваться. Напрямую через YouTube. То есть у нас есть человек, который занимается. То есть самостоятельный внутренний ресурс, который используется. Да. Понятно. А соотношение, считали мультипликатор, соответственно, посева к органике X2, X3? Там. Так далеко мы не заходили. Я понял. Такую аналитику не видел. Да. Спасибо. Теперь проведем. Теперь уже стало интересно. Я просто пытаюсь посчитать экономику всего этого процесса. 2,5 миллиона тенге — это 420 тысяч рублей. Так. А, соответственно, первая серия столько стоила. И самая недорогая. Это полностью без, там совсем... Совсем. И, да. цены и выхлоп у всемогущей первой серии — 21 тысяча просмотров. Да.
Соответственно, ну, объективно это очень мало. Да. И вопрос, на что подписывались эти бренды, какие KPI вы им обещали, почему такие серьезные компании там дают деньги, предоставляют услуги, ну, на те KPI, которые они, ну, на 21 тысячу просмотров. Вообще они же не знали, что 21 тысячу просмотров. Вот. На самом деле KPI, то есть поставили в общем 2 миллиона просмотров на все серии. Сезон. На все серии. Да. Контакт. То есть. Даже контактов. Контактов. Просмотров, значит, еще меньше. На всех платформах, то есть, да, да. Суммарно, да. На всех. А какие платформы, извините? Есть Рутюб, там очень скромные показы. Есть Start.ru. А сейчас договоримся с телеканалом. И, то есть. Сейчас телеканал, когда заходит, то мы как бы автоматом перебиваем все эти, ну, то есть сразу вырастаем. Ну, то есть это все одна большая история про некий такой кредит доверия все-таки. Да. Творческому проекту. Ну, как бы не только кредит доверия. Мы, во-первых, смотрите, когда вы приходите спрашивать деньги у больших компаний, им надо предлагать что-то новое, потому что рекламные агентства, которые их ведут, предлагают им стандартные размещения в медиа. Это телевидение, радио, наружка и так далее. Поэтому все новое им очень интересно. Это первое. Это первое, да. Второе, что я хотел сказать, это... Средства, которые они выделяют, они не маленькие. Ой, небольшие. Небольшие по сравнению с тем, что... То есть мы запрашиваем на самом деле немного. И что им понравилось, это то, что мы внедрили их в тело нашего сюжета. То есть когда не тупо показываешь рекламу, а когда эта реклама... нативная, вот. Является частью сюжета. Просто я тоже работаю на этом рынке, делаю YouTube-каналы, сериалы, и ну, для многих компаний на российском рынке нативные интеграции в YouTube-блоги или в сериалы — это совершенно не новая история. И все примерно понимают, как это работает. Это тот же Google AdWords, тот самый таргетинг в YouTube. Все понимают, что такое органика, глубина просмотра. И будем честными, если 21 тысяча включила первую серию, не факт, что они даже посмотрели 50% серии. И поэтому ну вот я не сталкивался с таким доверием. Поэтому здесь, конечно, очень круто у вас получилось. Казахстан — маленькая страна, там все друг другу родственники. Видите, то есть, несмотря на то, что Казахстан является одной из самых высоких, то есть в Казахстане один из самых высоких называется YouTube, да, то есть очень популярен в Казахстане. Одна из самых просматриваемых площадок, в принципе, то есть, да, там по коэффициенту, я сейчас точно не помню, то есть, но очень высокий просмотр. Контент из Казахстана вот, даже в русском YouTube постоянно в трендах. Да, вот. Но при этом, как бы, именно бренды пока очень так, еще все еще присматриваются, да, то есть, тем более к YouTube. То есть больше денег уходит в Instagram, да, там больше в Facebook, да. Вот, но YouTube это для нас, у нас их не так много, на самом деле, то есть есть там, да, конечно, есть известные ютуберы Казахстана, то есть они тем более больше даже, у них аудитория больше идет из России, да, то есть там Женя Гейн, там еще кто-то у нас есть, вот, но именно в Казахстане еще не было ни одного веб-сериала, то есть, ну, там, не знаю, чтобы это было там не какие-то вайны, да, по минутке, да, по две сюжет, да, чтобы это были полноценные истории, да, то есть там с большой сюжетной линией такого еще не было, да, то есть мы в этом плане как бы, ну, прецедент, да, мы как бы там, возможно, протаптываем дорожку, да, то есть где-то как бы наступаем там на грабли, да, с ошибками, то есть, но мы еще как бы проект свой не завершили, да, то есть как бы мы его сейчас закончим 8 серий, мы будем дальше двигать, то есть это все еще как бы, ну, в проекте, он еще не закончен, да, то есть вы правы, что, то есть там 20 тысяч просмотров, это, ну, это небольшая, да, как бы цифра, вот, при этом как бы есть там какая-то цель с Ильиным, да, который там с нашим олимпийским мячом, она заходит там до 64 тысяч просмотров, да, то есть и пока просмотры еще идут. Вот, это эксперимент, да, мы сами говорим, что это такая авантюра, в которую мы ввязались, то есть в какой-то момент мы думали, может, мы все-таки это делать не будем, потому что вот с момента получения первого, да, скажем так, бюджета, да, то есть там начального, до момента съемок у нас ушло где-то месяцев 8, потому что менялась идея, да, то есть там она неоднократно переписывалась, да, потом мы решили снимать пилот, мы сняли пилот, который... На удивление, да, то есть, как бы, то есть он превзошел наши даже ожидания. Мы повезли его в Нижний Новгород, он взял приз за лучшую идею. И тогда мы поняли, что мы что-то все-таки нащупали и начали в этом плане двигаться. Вот. И сейчас, когда мы видим, что к нам обращаются телеканалы,
нам это, знаете, ну, честно, приятно. То есть мы думаем, что да, это вот все-таки к чему-то ведет. То есть мы еще до конца не знаем всех дивидендов, которые получим мы, там, наши участники, то есть, и вообще какая судьба у сериала в дальнейшем. И последний вопрос, отниму еще минуту. У вас много партнеров, много брендов в кадре. Телеканалы идут на то, чтобы взять все полноценно? Да, да. Да. Но это как бы они хотят сделать, взять это почти что бесплатно, понимаете? Ну, то есть они рекламу оставляем, но денег много вам не дадим. То есть вот такие условия. Ну, наше выступление подходит к концу, да, вот нам показывают. Ребят, мы же из Казахстана, а Казахстан славится своим вкусным коньяком, вот, и шоколадом. Мы привезли одну шоколадку и, знаете, решили разыграть. Кто первый подпишется на наш канал и поставит колокольчик, тому мы шоколадку дадим в Ютубе. Давайте, поднимайте. А вы, Юля, подписались уже? Вы, по-моему... А, вот посмотрели, не подписались. Вы не играете, значит. Давайте кто другой. Да, я шучу, шучу. Вот, вот именно так и происходит. Люди вот смотрят и не подписывают. Вы подписались? Да. Поставили колокольчик? Все, да. Шоколад ваш. Вот. Да? У нас... Спасибо большое за хорошие вопросы интересные. Давайте сфотографируемся, ребят, а то мы этот... Мы без багажа вот, приехали. Мы без багажа, нам бы нас класть. Бы не пустили. У нас безалкогольные. Вот. Дорогие друзья, спасибо большое, участники. У нас такая молодая аудитория получилась. А у нас от организаторов вам вот такие интересные подарки. А я вчера спрашивал, где вы нашли такое? Оказывается, вот у нас, да, это все вам. Спасибо большое. Вам спасибо, очень активные, очень юморные. Давайте сфотографируемся все вместе, да? Ну, сразу видно, что молодые спикеры. У нас вчера были все немолодые спикеры, вот, и, соответственно, такого не было. Вот, смотрите, вот, вот так. Только вам тоже закрою, нужно... Вот. Присоединяйтесь, ребята. Кто желает это сделать. Иди сбоку лучше. Вот, вот так, да. Ну, еще подождите, вот, вот так. Андрей, тебя не видно? Вот сюда, вот как сам. Обычно, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. У нас следующая сессия, и поэтому вы можете пройти там дальше по вашему расписанию.